Всем привет! Сегодня я расскажу вам немного поподробнее про то, как покупать на Asos гораздо дешевле. Сам недавно взял себе вот эти вот конверсы через Америку. Очень удобная штука, их я распаковывать на видео не буду. Я их взял, чтобы сделать несколько интересных и прикольных фотографий в свой Инстаграм. Кстати, ссылочка будет в описании. И также хотел бы вам рассказать, потому что многие не посмотрели видеообзор на новую пару POD. Можете посмотреть, вот тут вот в углу будет подсказочка. На нее проходит конкурс. Вам надо-то всего лишь поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий со своими какими-то социальными сетями. Также не забывайте поставить лайк на это видео. Ну что ж, наверное, начнем. Очень распространена тема того, то, что все ищут промокоды. Промокод не так уж легко найти бесплатный, очень легко сделать его платно. 100-150 рублей, и вы получаете скидку в 20%. Но немногие знают то, что если поменять страну на сайте, то можно получить вполне такую же скидку. В среднем разница 700-1500-2000 рублей между товарами. Где-то в большую сторону, где-то в меньшую. И чтобы это отслеживать, есть специальный сайт. Этот сайт называется Котиум. В принципе, ссылочку вы на него найдете в описании, но выглядит он именно вот так вот. Его также легко найти через поисковую строку, введя какие-нибудь слова, что-то типа «Как узнать цену в другой стране на сайте Asos?» И он выдаст вам именно этот сайт. Как он работает? Вы просто берете ссылку на товар на сайте Asos и вставляете его в поисковую строку на этом сайте. И он показывает вам несколько стран с различными ценами, и там вы уже по курсу можете сравнить цены. Это все очень просто, и если вы часто делаете покупки с Asos, да и вообще, если вы просто делаете покупки с Asos, то лучше воспользоваться этим, потому что вы можете сэкономить неплохую денежку. Также я сейчас покажу вам, как это делается на телефоне, потому что у меня сейчас с собой только телефон, и мы поменяем страну и посмотрим несколько цен. Поменять страну в приложении и на сайте достаточно-таки просто. Вам нужно зайти просто в настройки. Вот в правом верхнем углу будет шестереночка «Страна». Я практически всегда выбираю США. Изменить страну, да. И давайте пойдем сразу же на куртки North Face, я уже объяснял, и я думаю, в принципе, кому нужно было, тот и понял. Но сейчас мы разберем это чуть более подробно. Выбираем Outlet, сникеры, и тут сразу же по фильтрам я выберу Converse. Почему именно расскажу сейчас про Converse? Потому что эту пару я заказал через Америку, и она уже у меня на руках. Сами вы ее видели в начале видео. Давайте выберем Converse, оранжевые кеды. 39 долларов в рублях. 2561 рубль. 2500, неплохо. Но чтобы понять вообще, какая разница, давайте вернемся в Россию и посмотрим на цены здесь. Делаем все таким же способом. Переходим в Россию уже в Outlet. Кроссовки, и также в фильтре, чтобы долго не копаться, найдем бренд и выберем Converse. Вот они, те же самые, только за 2290 рублей. Разница 600-700 рублей, это практически на все товары. Так можно приводить большое количество примеров. И, кстати, некоторые промокоды работают, некоторые не работают в различных странах. Я не знаю, у меня 3 промокода есть, я оставлю их под ссылочкой в описании, это будет честно. Я думаю, кто первый захочет совершить покупку, в России они точно будут работать. В какой-то другой стране пока под вопросом. Я пробовал что-то вроде Испании или Италии, там они у меня работали. Я получал скидку в 20%, так что, если что, вы найдете их в описании. Так что делается это все очень просто. Обычно об этом никто не знает, и все боятся то, что они закажут через страну США, и туда же им ее и отправят. Но нет, вы будете сидеть зарегистрированного аккаунта, и у вас уже будет добавлен свой адрес, и вам надо просто поставить напротив него стрелочку, и все. Делов на 5-10 минут, но вы можете сэкономить при большом хорошем заказе где-то 2-3 тысячи рублей вообще без проблем. Тем более, если найдете рабочий промокод, то это еще 20%. Надеюсь, вы разобрались. Если что-то для вас осталось непонятным, то жду все ваши вопросы в комментариях. Также не забудьте поставить большой палец под этим видео, если я помог вам этим небольшим лайфхаком, как экономить свои деньги на таких простых заказах. Не забудьте оставить комментарий, понравилось вам оно или не понравилось, и также подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!